Привет. Ну что, пойдем сходим. Добро пожаловать. Погода сегодня у нас прекрасная. Должны мы сегодня воскресенье, поскольку перевести все часы на один час и пожаловать в клуб под открытым воздухом, клуб меломанов, который начал уже лет 10 назад собираться. И так по воскресеньям все меломаны нашего города собираются на этой горке Харьюмяги с пластинками, чтобы повидать друг друга, поменяться материалом и просто покайфовать в обществе таких же ненормальных людей, которых, в общем-то, не так и много. Ну, поглядим. Ну что же, впереди у нас долгая дорога на гору, восхождение. Пойдем через южные подъемные ворота. Путь предстоит не близкий, живописный. Рекомендуется выпить бутылочки две пивка перед тем, как подниматься. Ранняя охота за тарой – одна из достопримечательностей. Видно, все люди порядочные, меломаны, все перевели часы. Народу очень мало. Ну что, где народ? Нет. Я знаю, что вы на сети. Один? Да. А, ну, странно. О. Ну, что ты это делаешь? Я торговать пластинками пришел.
Ну вот, пришел в клуб под открытым воздухом смотреть на хороших людей. Ну, это ты нашел правильное место, наверное. А ты тоже пластинками торговать? Да, я пришел тоже посмотреть, пожалуй, на людей, которых не видел на течение года. Но однозначно, которые здесь должны быть. Ну, видно, все люди порядочные, твои друзья. Перевели часы. Ну, вот именно, что я тоже перевел часы, правда, только сегодня утром. Но я думал, что музыканты, народ такой, что частенько забывают делать такие вещи. Но оказалось, что нет. Оказалось, что забыл, наверное, только я один. Ну, не один, но... Ну, есть, есть народ, есть, есть. Ну, чувствую, будет много народу. Ой, здесь. Не знаю, мы вот со Славой тут хотели просто сделать как-то обзор на память. Для себя лично. Для себя. Ну, и правильно. Погода хорошая, вот так поснимать какие-то кусочки. Я здесь, говоря, не был, наверное, в течение года, как минимум. Просто в прошлом году, летом... Довольно много здесь тусовался тоже. Друзья есть, ребята. Я пришел прийти посмотреть. На прошлой горе был. Смотрю, бац, рожи знакомые, все те же самые. Вот. И сегодня, думаю, тоже зайду, посижу, поболтаю с народом. Как и что. Ну, может, ты расскажешь вообще, как это... История горки, там что-нибудь такое? По истории горки я мало чего могу сказать, потому что у истоков, так сказать, зарождения этого движения, естественно, не стоял в силу своей молодости. Вот. Ну, а... Так вообще, ну, место, где собирается, тусуется, общается народ, которому неравнодушна музыка. Все. Вот, пожалуй, вот и весь смысл этой горки. Ну, а то, что ты там, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает, опять же, друг другу в обиде не оставляет при этом. Кто-то находит выгоду в том, что купит хороший компакт, допустим, или хорошую машинку какую-нибудь. Кто-то найдет выгоду в том, что пообщается с людьми, которые любят то же самое, что и... Вот и все, пожалуй. Неплохо было бы еще, чтобы кто-нибудь пришел пивко попродавать сегодня. Вот пивко-то это дело, конечно, главное. Ну, можно спуститься вниз туда на площадь и там, так сказать, это дело приобрести в некоторых количествах. Хотя, конечно, пивко, пивко пивком, но вот туалета здесь не наблюдается, знаешь. Поэтому сразу же возникает проблема ближайшего дерева, ну, за которого никого... Под каждым кустом проблема, да, решается. Великолепно. В общем-то, да. Ну, ну хорошо, поглядим. Давай, давай, поглядим. Давай. Может, ты дашь интервью на память? Это дашь улицу, да? Нет, ну это просто мы на память решили, знаешь ли, для себя. Мы для Нью-Йорк Таймс. О, чем он завтра, чем он завтра, чем он вчера. Твой памятник? Ура, ура, ура. Здесь 10 крон. Сейчас люди придут, они уберут что-то. Я их истратил. 13. Отлепил. Ну давай, стрельну Славу вроде бы. Слава, ты не дашь займи? Херово. Вошел в конфликт или зарплаты тебе не устроил? А ты знаешь, все. В целом. Зарплату ты, естественно, никого устроить не можешь. Там. Да, рекламе ты работаешь только там. Знаешь, если работать там, и, скажем, хотя бы 2 часа в день и быть свободным в остальное время, можно найти где-нибудь. Ну, как я работал на штате, там, понимаешь, работаю, но каждый день, но у меня просто не было возможности работать. Я сказал Коле, я уйду отсюда, зачем? И мне не нравилось там все. Наверное, еще с прошлой осенью начал говорить о том, что надо делать немножко по-другому, пусть дилетанты, я знаю, как надо делать, я просто вижу, как это надо. Да, ты понимаешь, это так, это в течение года ничего не изменилось. В течение полутора лет там ничего. Сейчас люди, которые я туда прихожу, смотрю, разговариваются. За голову хватает. Я знаю, что оттуда уйдет большинство. Сразу же уйдет, если у них будет. Сразу же уйдет. Все-таки входит. Они ролились. Пахали много, но получали хоть какие-то деньги. Ну, хоть какие-то деньги, да. Я не скажу, что я вообще ничего не нужно, да, конечно, но, знаешь, чтобы
грубо говоря, наш Кубокров существовал в течение полутора лет. Как это? С семьей снимаем квартиру. Поэтому дело такое. То есть, ну, журнал не один, а два просто собраны в один. Музейная редкость. Конечно. Право забыла, вот это коробец дает. Ладно, не пили, как всегда, брать. Право. Первый раз дала сегодня. Какого это года журнал? 80-50. Вы уже не стали. Ты смотришь, что там вот та самая Лена, такие полис еще. Живые. Полная бездравственность. Ну, одну вручу. 25. А сколько вы дадите? Ничего. Мы просто посмотрим. Вы бедные. Запишите на видеомагнитофон. Да. I was wrong. Я самогон набирал. Но у тебя сегодня тоже пахнет, да? Ой, ходяга. Нет, не вечный. Полтора минута. Бывает просветление. Хари Кришна мантра. Хари Рама. Хари Рама. Хари в раме. Что интересно, концерт Хари в Японии как на студии записан. Ты хрен отличишь. В 89-м году. Записан в 92-м. А вы не в курсе это? Это. Это. Надо у пацана посмотреть, вот это было. Это Роллингстон. Ну это. Это 16-я группа Альмихте. Это спецгруппа. Присядь. Расскажи. Люди покупают музыкальные, так сказать, атрибуты. Ну, присядьте, пожалуйста. Присядьте. Пожалуйста. Ну, расскажите, пожалуйста. Пластинки стоят по-всякому. Хорошие очень дорого, плохие дешевле. Но хороших пластинок мало, но их мало покупают. Ну, а дарят много пластинок? Дарят. Подойдешь дарят. Кому-нибудь? Петя мне подарил 5-й Led Zeppelin. Помнится, чтоб я матом не ругался. Ну, да то ты не ругаешься. Я не ругаюсь, все. Вот это положительный фактор в этом деле. Если бы ты мне подарил Харрисона зеленого, я к тебе вообще бы ходил бы только в галстуке и в рубашке в белой, каждую горку. Я знаю, у тебя есть. Есть, у меня много. Тебе подарить белую рубашку? Нет. У меня большие есть такие, они мне широкие. Нет, спасибо, конечно, ну как-то... А куда мы говорим? В какой? А для себя. А, для это себя. Не Нью-Йорк Таймс. А почему? Бродяга, а плана нет у тебя курнуть? Плана? Да. Ну, елки, что же такое? Ты перевел часы сегодня? Нет, я еще часы не перевел. У меня синдром этот самый. Говорят, это, знаешь, такой продукт есть, самогон. Сегодня я в состоянии, так сказать... Вон идет Абрамыч, старый горочник. Старый горочник Абрамыч, иди интервью. Горыч, интервью для радио Таллин. А. Нахуй! А! Сволочь ты! Ты не уважаешь публику. Пацаны, бейте его. Правда, он карате занимался раньше, в молодости. Ну это ты отступил, слушай, ты же хотел рассказать. Так, что, о чем? Ну как вообще Битлз, появилось? Конечно, было? Тут сложно купить. Роллинг Стоунс полегче. А зачем это интервью? Это Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс. Действительно. Так, Харрисона здесь давай. Вообще не бывает, ребята. Могу сказать прямо. Мы сейчас с ними это Роллинг Стоунс записываем. Да. Песню. Гитара есть? Есть, давайте. Я спою. Он гласный игрок. Да. Кто, я что ли? Да перестань, парень. Я очень слабый музыкант. Бесплатно сыграю. Бон Джови я могу сбацать. Я знаю тебя. Ребята, я желаю вам счастья, молодому поколению. Но будьте как битломаны, как мы, фанатики своей музыки. Я не знаю, ваши направления умственные. Что вам, Металлика нравится или что там? Ну, надо Роллинг Стоунс не забывать.
Да. Самое важное это... Петя, скажи что-нибудь. Но я... У меня язык не ворочается. А вот это Манавар. Что за банда? Хуйня. Манавар. Да. Манавар это... Молодец. Самовар. Не, пацаны. А почему так люди... У тебя там в журнале поищи... О, можно посмотреть. Модель. Ну ладно, посмотрим, как там сложится. Медали. В общем, ты нам потом поиграешь. Все, Петя, можно отодрать. Пацаны, он меня обманул. Он сказал, что он жирный. Как кабан. Какой он жирный, мужики. Это? А, типа, да. Петя, ну подари, пожалуйста. Потом. Пока не будет. Да? Ну не волкер. Неудобно. А ты металлика, да? Нет, да, а надо слушать. Молодой человек. Не, Битлз надо. Импонирует. Ну вот у меня как раз последний раз заходил и дал компанию. А у него, да? Так, короче, надо у него. Да. А мы не умею, вот надо бы взять интервью, мы поговорить. Я уже пьяница. Мы все пьяницы, по-моему. Нашу, извините, пожалуйста. Наоборот, считайте. Надо, надо. Прогресс. А я тебя много времени не видел. Где был? Мне друг, я дома. Я купил вот недавно две горы на 4 клепса, на 4. Два альбома. По 60 крон каждый платит, да? Все деньги продали. Рокул Харум старый. Наверное, знаете, спасибо. Знаете, это мой. Это не мой. А. Саша. Саша. Это Саша. Он такой не очень. А ты, наверное, мафия, да? Да. Он ты с собой. Бродяга, надо так. Жрести на здоровье. У меня мать. Привет. О! Дружище, это Петя на пластинке. Да. Вот я Петя отдам. Староста. Петя сразу. Ой, ёлки. Слышь, перевел? Нет. Смотри, перевел, сынок. А что? Притча ветра был воздух. Знаете, какой Петя? Это раритетный. А вообще музыка не занимайся. Не, ну если будет, я тебе скажу. Так я не знаю, где хорошо. Все убрали. Сразу, короче, три диска в одной коробке. И сразу два диска в одной коробке. А есть отдельно первый, второй. Ты рассказывал, что там... Это не ты там... Первую часть я купил, я вторую купил. Все, сейчас все тебе, командир, спасибо.
Исправляешь так, что просто смысл меняется. Ну, может быть так. Но это вообще, значит, карма. Вообще труба. Потому что я выходил, пока твой материал на пленке не ездил уже. Все проверял все время с текстом. Ну вот. Даже не знаю, в чем. Ну, гипов только при одном условии, если ты ничего не будешь там исправлять. Ну, понимаешь. Когда мы слушаем то, что ты наиграл, нет, этот мой опыт постоянно сильный усмешивается. Про какой-то деревянный магазин мебельный долго припали. Не смотрел? Вот он вроде и заплатил. Если ты хочешь, могу положить. Рак. В общем-то, контингент такой, который интересует. Петя, где плакат снимался? Макафи. Ну так что там по одной штуке? Может, положить в магазин? Может быть, лучше пусть. Самую ногу краткости на колесо краткости. И я сейчас скажу, в чем смысл этой горки. Прямо сейчас скажу. Прямо сейчас скажу. Мы все погибли здесь, выполняя приказ. Как слышно? Цепелуйка. Меня зовут Петя Цепелуйка, а вас? Цепелуйка? Нас зовут так же. Или примерно так. Расскажите же все-таки, в чем же смысл горки? Я сказал бы так. Вопрос надо ставить несколько иначе. В чем смысл жизни? Ну как в чем? Смысл жизни, чтобы счастливо жить, размножаться. В общем. Размножаться и жить счастливо. Горка не существует. Вот что я скажу. И никакого смысла. No existence. Это целая концепция. Никакого смысла в этом, конечно же, нет. Потому что горка заимела с некоторых пор смысл. А горка не должна была иметь смысла. Ибо не возник бы такой вопрос.
какой смысл имеет эта горка? Кратче и понятнее. Перестаньте торговать порнографией, брюквой, морковью. Морковью. Огурцами. Гоните вон жлобов, бизнесменов. Выгонять. Всех выгонять. Всех вон. Отсюда всех вон. Оставить панков. И памятник. Оставить людей идейных. Меня не забудь. Ваша. Всех остальных вон. Никаких дел не денег. Никаких денег вообще. Или несколько иначе. Отменить. Или отменить. Я бы сказал так. Я хотел бы вернуть 86-й, в крайнем случае 89-й год. Вот в 86-м пивом не торговали здесь. Не торговали пивом. Пускай даже притесняют. Почему нас сейчас не притесняют? Почему нас не притесняют? Где милиция, это... где? Да, где милиция? Куда она смотрит? Милиция? Она должна смотреть, она должна притеснять, запрещать, не давать. Тогда возникнет живой интерес, появится идейность, все и будет. И смысл. И смысл, о котором ты уже, Петя, меня никогда не спросишь. Ты уже будешь его знать. Ну, прости, дурака, ну, надо же было что-то спросить. Вот, и поэтому вот я хочу, значит, заключить свою речь, подчеркнуть ее, то есть закончить свою мысль. Прервать. О смысле. Я закончу свою первую мысль. Ну, это как ты думаешь, все-таки базар люди или все-таки клуб нужны. Это? Такие люди, которые здесь собираются, нужны. Безусловно, нужны. Вот такие вот вообще нужны. Вот, пожалуйста, снимите вот этого человека. Вот когда приходят такие люди, они дарят рассвет. А вот до этого, я тебе все сказал, рассвет никогда не наступит. Я лгал. Ты поменял свою точку зрения? Уже поменял, потому что пришел человек, ради которого, может быть, даже стоит жить. Вот. Может быть, даже стоит открыть пиво за твое, да, здоровье. Надо выпить. За ее здоровье. Ей нельзя, а тебе надо выпить. Исключительно за твое здоровье. За здоровье и за, все-таки за людей. За людей, которых мало. Чтобы горка процветала так же, вот как вот я вижу. Ты процветаешь, да, хотя бы так же. Да. Хотя бы так. Пока будут живы. Извини, заказ на язычность, я не умею вообще. Ну ничего. Объяснять, что к чему. Мы все не умеем. Пока живы такие люди. Вот такие. Такие люди. Только что у тебя было такое лицо, а сейчас такое. Пока живы люмпины, деклассированные элементы, отребья лохмотья. Пока живы эти люди, будет жить горка. Когда она вся запоросится и засвинится, засвинеет этими бледьми, извините, этими, которыми вертят жопами своими, которые здесь торгуют титамирами, которые тут трусы свои продают грязные, горки не будет никакой. Не будет никакой горки. Будет говно, извини меня, Петя. Все, я сказал. Спасибо. Пожалуйста. И убежал с тобой. Да, я вот зол. Радостно. Зол. Ну что ж, это, в общем-то, это впечатляет. Помнишь, что на языке? Секундочку отлучиться. Мистер Кузов, купите, пожалуйста, Чикаго. Чикаго? Да, ну. А какой это год? Это Greatest Hits. Hits. Ой, Петр, если бы у меня были деньги, я бы, конечно, купил эту группу. Ну что... хорошо, дайте тогда интервью, вам потом кто-нибудь заплатит за это. Деньги будут, вы купите мне Чикаго. А что вы думаете о горке? О горке? Ну, конечно, за последние годы я могу сказать, что она очень изменилась. Но в свое время для меня это было нечто. А с какого года ты ходишь сюда? Это было, наверное, 7-8 класс в школе. Я впервые сюда пришел, это вообще было нечто. Ты представляешь, вот ходишь по Таллину, привыкаешь, в общем-то, к Таллину, и вдруг попадаешь в один прекрасный день, и никогда туда этого не было. В место, где собираются совершенно другие отличные люди, которые близки мне как-то. Отличные от кого-то или просто отличные? Отличные, просто отличные. Может быть, от кого-то сравнимо там с кем-то, но просто это... среда, которая мне близка была всегда, но я никогда не находил в Таллине людей,
которые бы составляли эту среду. И вот я нашел, это было вот в классе восьмом в школе, наверное. Я помню, что когда я учился в школе, вот знаешь, вот все уроки, вот эти все шесть дней, которые тянулись до воскресенья, они были для меня просто как бы в облаке какого-то тумана, потому что я ждал как раз воскресенья. Я ждал воскресенья, когда я приду сюда, я смогу принести свои какие-то пластинки, подыскать что-то себе новое. Ну, потом, конечно, я познакомился тут и с музыкантами, то есть это уже было совсем что-то родное, куда можно было прийти, встретиться с хорошо знакомыми людьми, попить пиво, там, расслабиться, поговорить о жизни. В общем, вот так все было. То есть это именно как клуб воспринимался, а не как базар? Да, скорее всего так. То есть, как базар это никогда не воспринималось. Нет, говорят, что все, там, в базар все превратилось. Нет. А раньше еще хуже даже было. Нет, я думаю, что этого нету все-таки. Конечно, уже последние годы сюда прихожу не с мыслью что-то купить, приобрести. Просто именно потусоваться и встретить каких-то людей. А нет, как базар, нет, никогда не воспринимал как базар. Именно как какая-то среда, которая собирается хоть раз в неделю, чтобы поговорить о музыке, поговорить о жизни, о философии. А давно ты сюда ходишь? Ну, я уже сказал. Ну, сколько? 6-7 лет. И как базар ты не воспринимаешь? Нет. Что ж, ты тогда слеп, наверное. Слеп, наверное, просто ты немножко. Это же можно увидеть. В общем-то. Каждый видит то, что он. Да, вот именно. Вот правильно, то, что хочет, наверное. И по-разному. Не то, что он видит, а то, что он хочет. Так, да. Спасибо. Спасибо. Тебя какой пипл интересует? Ролик. Нет. Только ролик. Все, тогда гаси. А если пипл нет, то гаси. Оригинальный, 65-го года. На чистый. Нифига себе. Где такие вещи выплывают? Есть у нас в Сталине такие. Да. Достойно, достойно. Давай ты со своим микрофоном. Засунь свой микрофон. У нас уже нет вопросов. Это Серега, который был, который вчера читал Тимура Кибирова, два часа. Я не мог прочитать. Впрочем, я и правда. Еще
Федор еще. 14 крон выделишь мне. Выделю. Я тебе раньше даже, чем на следующей гонке отдам. Ну, на горочку сегодня пораньше приехали. Пока подумаешь где-нибудь. Артур? Я никак не нравится. У меня нет 14. Нет. Техник? Я не знаю. Еще раз форелью есть. Есть? Ой, там, наверное, дорого. Баба? 40 15. Вчера Петр не смотрел по телеку, бо он не запланировал. Да. Пэппл? Нет, не Пэппл. Может, возьмешь? Да. Если мне понравится, зацепим, я куплю. Ну, давай, он полежит, давай. Если я не продал, то я тебе его дам. Сегодня, да? Да. Хорошо. Потому что парень тоже здесь. Просто он не положил компакт. Мне интересно, то есть, что здесь второй, 76-75 год, да? Да. Ну, нет смысла полностью, они даже скучноватые альбомы сами по себе. А берите скидку, там. Я хочу. Маркур таких. А где? Полита же нас поставала. Все было как положено. Конкуренции у тебя нет. Это точно. Это Арсен? Нет, это не для себя. Куда я могу подкинуть? Я не понял, это шутка что ли? Нет, это ты расскажи лучше что-нибудь. А что рассказать? Ну, как конкретно? Ну, вообще, как тебе погода? Часы перевел? Погода сегодня очень, кстати, прекрасная. Я очень доволен. В течение недели была такая поганая погода. Сейчас очень прекрасная погода. Кто тебя так поцарапал сильно? Я? Топором брился. Топором побрился, представляешь? Да? Заставили побриться. Взял побриться. Вот, там водку пьют. А что насчет четвертого измерения, расскажи. Это измерение? Это сейчас рано еще рассказываю. Слишком трезвый для этого. Надо что-то такое залить. Вот там водку. А, ну, хорошо. Не нальют. Сейчас, подожди. Медгореха! Хочешь? Нет. На. Не-не, я не люблю семечки. Пожуй семечки. Сильно, что ли, видно порезано? Ну да. То есть я думал, что у тебя кошка бешеная какая-то. Не, не кошка. Точно, ну, набрился. Играешь? Да, играю. Для себя дома. Хочу. В каком стиле сейчас играешь? А я сам не знаю. День в таком стиле. Все в разном. В каком? Фламенко? Джаз? Акустическое кодирование? Сейчас ближе к балладам просто, спокойно. Блюз, баллады. Ну как тебе горка вообще нравится? Горка? На. А что ты пришел сюда? А? Давно здесь не был просто. А что здесь такое? Купить пластинки, выпить водки, встретить кого-нибудь, набить морду? Нет. Погода хорошая? Погода хорошая. И дело не только в погоде, а просто, ну... Лица какие-нибудь увидеть знакомые, что ли, блядь. Как тебе эти лица нравятся? Какие? На горизонте. Там толпа стоит. А, музыканты, что ли? Да. Что-то Марка нету. Не хватает тут, да? Повеселее так было бы. Точно так, они ждут Марка. Да, ну что ж, спасибо, будем ждать Марка. А, вот. Погодка. Бабье лето, однако ж. Вот. Слушай, для тебя горка что-нибудь значит в твоей жизни? Естественно, это, по-моему, жизнь есть. Вот. И можно сейчас это будет узреть, когда вот Марк подойдет. Вон Марк, Марк. Марк. Марк 1, Марк 2, Марк 3. Марк, иди сюда. Сюда. Пошел туда. У меня подарок для Марка есть. Раньше бывало, здесь воровали. Подойдут так, возьмут пластиночку, смотрят, развернутся так. И пошел.
А сегодня все-таки пока что еще ничего не украли. Часа полтора. А во сколько она начнется? 14. Потому что может быть когда сделать так, позвонить. Делать вещи. Я бы на будет поливать из шланга. Ты знаешь, там в Чикаго, да? Что? Ты волонтайн. А сколько реально продать? Последний компакт. Не в курсе цены. Ну сколько он был реально? Ударить кого-нибудь. Нечего терять, кроме того, что да, вот мы решили в честь такого хорошего дня снять физиономию, все знакомые на память. Хорошо. Папки мне, а я. Ну вы как менеджер, представь. Стольник. А как вас зовут? Пробегайки. Что вы думаете, в вашей жизни вообще горка что-нибудь значит? Что значит, профессор? А горка. Горка? Обязательно. Горка значит, горка это высота. Высота. Да, то есть если подниматься каждый раз тяжело, и об этом мысль приходит, да, что это высота. Падать как кайфово, врубить полет. Не, поднимаешься тоже как-то так, ноги несут, обратно несут быстрее, потому что что-то как-то... Обратно кубарем можно. Да. Ну сразу высота. Ну а зачем вот сегодня ноги принесли? Ну так как, сегодня же, видишь, народ ждет, мне даже неудобно, все стоят, ждут меня, репетиция там. Я пришел сообщить всем, что нужно стрелки переводить назад, потому что вряд ли тут кто знает, что часы перевели, что осень наступила. Нет, ну мы пришли, проверили сегодня, короче говоря, все перевели, кроме 5 человек, очень меломаны, пунктуальны в этом смысле. К чему бы? Ну хорошо, можно поздравить вообще тебя с днем рождения? Да можно, уже был давно, правда, но как-то я не знаю, или уже со следующим скоро надо. Поздравляю. Подарок? Да, подарок. Да, это не был подарок. Подарок, да, он говорил. Ну все, happy birthday to you. Слушай, а у меня, кстати, следующий очень субботник. Очень хорошо воняет. Там вонять хорошо. О, у тебя что упало? Очень сладкий такой, очень душистый, вишневый запах, ничего. Спасибо, Петр, это очень приятный подарок. Я собирал его, знакомый француз. Вот и качество. Там собирали, знаешь, по разным источникам, каких-то каналов кабельных. Извините, там кабельных. Он гений. Все гении работают. Все гении, даже если не работают КГБ, они КГБшники. Все гении. А где Оля? Ибо они должны участвовать во всех фракциях, во всех коалициях, акциях и прочих деревянных неделях. Слушайте, а что вы здесь сидите? Они должны искоренять гнили всякие там, наркоманов ловить, посыпать всякие порошки хорошими людьми. Мы тут торгуем музыкой рок. И много продали. Мы все продали. Мы продали все сказки. Прорыв. Какой гадостный старик. Гадостная личность. Вот это же культурное, вот эти по-моему. Бесстыдник. Так, лучшее интервью. Ты же хотел. Мне самого захотелось. Черт. Это лучше, чем интервью. Ну, точно лучше интервью. Молодец. Вот таких людей это я очень люблю. Таких людей люблю. Но не сегодня. Как? Почему? Его послать я не могу. Так, не прочитано. А... А у тебя, Галя, не записывается? Потом. Я сам. Записной книжки не записывается? Сам. Ольга. А она переписывает эту книжку, которую не записывается. Так, все, мы идем. Все, я тогда 2-4 минуты.